Как создать две копии Арквардена в реальной игре? Трое нас! Способность ТМПС. Дабл. Герой вызывает в указанном месте идеальную копию себя, по сути считающуюся вторым героем. При этом, если попытаться вызвать новую копию, пока существует старая, то она ее просто заменит. Но как же тогда сделать сразу две копии? Что ж, меня зовут Клосс, вы на моем канале, поэтому давайте разбираться. В союзную тему берем Эрту с Аганимом, и сейчас внимание. Если душа Арка вызовет клона, то он будет являться именно ее клоном. Вроде бы логично, да? Сомнительно! Но при этом клон не исчезнет после того, как душа вернется в тело Арка. Поэтому докупаем рефрешер, подписываемся на мою телегу, где я, кстати говоря, провожу интересный квиз по доте, и смотрим. На реализацию. Всем привет, здравствуйте. Меня зовут Геннадий Горин, и со мною брат Гешка. Нас о тебе строим. Да и нахуй, честно сказать, ебал я в рот.